Доброе утро. Сейчас на завтрак будут яйца. Так говорю, как будто до этого были не яйца. Эта тренировка выдалась непростая. В начале тренировки делаю самую интенсивную часть, невзирая на разминку. Слышала, это часто используют в Америке. Тренировка идет по спаданию, а то есть, самое главное, она заканчивается малоинтенсивными упражнениями, чтобы организм успел восстановиться и человек пошел заниматься своей жизнью дальше, а не умирал после тренировочного процесса и больше не хотел вовсе прийти туда. Сегодня утром была задействована верхняя часть тела. Мы приехали в торговый центр, чтобы купить необходимые продукты для блюд и насытиться немного новогодним настроением. Пицца с мясом и овощами. Сейчас уже в магазине будем покупать все необходимые продукты. Законно это или нет, но мы будем готовить мысяку оливье. У нас элитный салат с курицей вместо колбасы. Мне кажется, оливье вообще был придуман, это кажется, это не точная информация. Оливье был придуман, чтобы как-то экономичнее, экономнее, но люди пошли дальше. Режем корнишоны в оливье. Нам понадобится греческий йогурт, но можно и не обязательно греческий, главное, чтобы он был погуще. Дальше высыпаем весь йогурт в отдельную тарелочку. Это совершенно случайно вынашлось, совмещение вкусов. Не добавляю соль, потому что соевый соус уже солен, соленоватый такой, чтобы не был перебор со вкусом. Кстати, такие салаты мне до подобы, потому что они могут послужить как отдельным приемом пищи, так как готово. Пора пробовать. Честно сказать, огурцы соленые делают вещь. Сразу скажу, после этой тренировки хожу с крепатурой на ногах уже второй день, учитывая, что тренируюсь каждый день с немаленьким весом. Полная тренировка будет по ссылке вверху. На ужин будет запеченная красная рыба. Раньше использовала фольгу для запекания, но, усовершенствуя свои знания, перешла на пергамент, так как при нагревании фольга выделяет алюминий в еду. Остались считанные часы до Нового года. Еще с детства это всегда трепетные эмоции чего-то волшебного и таинственного. Внутри радости нет предела. Самый любимый салат с детства – это винегрет. Считаю это самым полезным салатом зимой с сезонными овощами. Советую, кстати, как и оливье, не заправлять салаты, тоже на стол не заправлять, чтобы каждый себе отдельно заправлял, потому что они стекают, и это потом не сильно приятно кушать. А так это очень красиво. Пока! Знаю, что это видео выйдет после наступления 2024 года. Это будет прошлогоднее послание и пожелание. Желаю каждому в этом году приблизиться к своему желанному, ставить не мечты, а цели и достигать их последовательными шагами, стать успешнее и лучше, чем в прошлом году. Всем счастья!